Сегодня в рубрике «От нормальных людей» у нас люди, которым всего хватает. Во всяком случае, они это говорят. Мне всего хватает. Мы же посчитали с своей стороны иначе, что там 2000 рублей пенсии хватать не может. Или хватает, скажем так, не на все. Поэтому решили дать им свои импровизированные пенсии. И все. А, забыл, с крещением вас. Анна, 74. 1600. Ну, по-украински, а так 3000. Хватает. Лишь бы войны не хватает. Хватает. Боится сказать, что это что-то? Хватает. Вот, сейчас уйдут. Ничего, все хорошо. Не надо мне ничем помогать, лучше другим каким-нибудь бабушкам, не надо, я не совсем нищая. Чем мне не надо? Хватает. Да не обидать. 2000. Спасибо большое.